Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». В нашей округе несколько сетевых магазинов, и я регулярно их посещаю. Набор продуктов в них примерно один и тот же, но, например, в одном можно взять очень даже неплохие рыбу и морепродукты. В других магазинах, даже в магазинах этой же сети, рыбы и морепродукты, как правило, хуже качеством, ощутимо хуже. Или другой пример. В одном и том же магазине всегда беру муку. Муки этого производителя с таким же большим содержанием белка, Арин де Фуэрсо называется, да, сильная мука, в других магазинах почему-то нет, не представлен там этот производитель совсем. Так вот, есть один магазин, в котором мясо до сих пор продают не обколотое ничем. При этом сами трубы, само по себе мясо, очень даже неплохого качества. Захожу я вчера туда и вижу на прилавке вот такое чудо. Привет, я Глеб, и это канал «За столом». Я делаю обзоры на службы доставок продуктов с рецептами, готовлю любимые блюда и предлагаю идеи для завтраков. На канале я устраиваю розыгрыш вкусных и практичных призов. Переходи, подписывайся и участвуй. Кассирша на выходе, когда чек пробивала, у нее аж голос сел. Она такая: «Мадре мия, что это?» Дело в том, что в нашем регионе обычно говяжьи ребра потребляют в виде чураску. Ну, это, смотрите, берут вот такой вот шмат ребер, там 4-5 штук ребер, вместе с цельным куском пилят пилой, так поперек, чтобы получились куски толщиной где-то от 1,5 до 3 сантиметров. И на каждой полоске получается таким образом кусочки ребер и такая лента мяса. И вот эти полоски готовят на решетке или на сковороде, или в печи запекают. А вот в Андалусии есть вариант или рецепт, если хотите, в котором вот такое вот здоровенное ребро готовят целиком. Начнем. Как всегда, в конце ролика прочитаю те основные этапы рецепта и перечень ингредиентов всей гарамовки. Сейчас маринад. Маринад готов, мясо на нем нужно полежать хотя бы 12 часов, в идеальном варианте в сутки, в холодильнике. У меня перерыв. До завтра. Продолжаем разговор. Мясо мариновалось почти сутки. Сегодня я его запеку и съем. Утром рано встал и перевернул эти куски на другой бок, чтобы более равномерно пропитывались маринадом. Запекать буду на решетке.
Ребра имеют большие прослойки жира. Вот, например, вот смотрите, сколько их здесь. Если запекать на решетке, жир гораздо лучше будет вытапливаться и тут же стекать. Часть маринада отолью, чуть позже он понадобится. Причем отливаю в основном именно верхний слой, в котором ароматное масло собралось. Оно же легкое, вверх всплыло, вино тяжелее, чем масло, оно вниз опустилось. При этом помним, что большинство ароматических веществ жирорастворимы, так что масло все это сейчас пропитано всеми этими ароматами пряностей. За сутки-то все в себя успело впитать. Чтобы мясо не пересыхало, решетку установлю над этой посудиной с маринадом. Тут же в составе много вина, оно будет испаряться и создавать эдакое облако пара. Соответственно, сочность сохраню. Надо фольгой как следует все закрыть, запечатать, но перед этим еще сюда заброшу чеснока целыми зубками, чтобы пар был винно-чесночным. Если вам нравится сильный чесночный аромат у запеченного мяса, например, как у буженины из свинины, то, конечно, чеснок можно было еще вчера положить в маринад, до сегодняшнего дня не ожидать. Но тут на свой вкус выбирайте. Все. Отправляю в предварительно разогретую до 190 градусов духовку. На полтора часа пока. На гарнир у меня будет запеченная картошка. Специально взял вот такую с тонкой кожицей. Все, пусть картошка лежит, пропитывается ароматами пряности, и встретимся через полтора часа. Теперь его надо слегка подрумянить, да и картошку уже пора в духовку отправлять. Мясо будет румяниться примерно минут 20, после чего ему выну и оставлю под фольгой немножечко отдохнуть. А картошки запекаться, ну, кусочком такого размера, как я резал, примерно полчаса. Так что она будет доготавливаться то время, пока мясо будет под фольгой отдыхать. Встретимся уже на пробе. We'll be right back.
Можно приступать к пробе. Я весь уже мокрый, от печи так жарко, на улице жара, короче, надо есть. Это очень просто и очень вкусно. Хорошая говяжья грудинка, мясистая, хорошего мяса и все. Вот этот вот маринад на основе ароматного extra virgin оливкового масла, на основе сухого белого вина, легкого, и на основе паприки просто какое-то чудо. Ну, конечно, мясо должно быть с жиринкой, вот с этими прослойками. Получается, блин, Андалусия понимает толк в говядине. Короче, готовьте так, пробуйте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!